Командующий воздушной операцией. Я уже наблюдал вблизи тех существ, с которыми нам предстоит сегодня вступить в бой. Они крайне опасны, и нам разрешено открывать огонь на поражение. Понял вас, хранитель. Берем цель. Выравнивай огонь на поражение. Понял, 1-1. Огонь на поражение. Гром 1-1. Вижу три цели. Отличное попадание! Атакуйте снова! Понял вас, хранитель. Мы зайдем на второй круг по курсу 2-12. Сын Элла, не уверен в себе? Тот факт, что ты обладаешь моральными принципами, а мы нет, дает нам эволюционное преимущество. Если история что-либо и доказала, так это то, что эволюция всегда выигрывает. Приказываю атаковать все цели. Хранитель, это Барсук 01. Что делать с парнем в синем? Я сказал атаковать все цели. Цел?